Все мы знаем о лягушке-победительнице, которая не сдавалась, шевелила лапками, в итоге взбила молоко в масло. Благодаря этому она выпрыгнула из кувшина и поспешила дальше по своим делам. Лягушка действовала, и благодаря этому она достигла своей цели. Очевидно, что без действий цели достичь невозможно. Есть только одна проблема. Сами по себе действия могут не только не привести вас к вашей цели, но даже могут отдалить от нее. Сегодня можно достаточно часто встретить таких людей, которые заняты чем-то 24 часа в сутки. Они постоянно куда-то спешат, делают несколько дел одновременно и постоянно строят новые планы. Это очень распространенное явление в наши дни – деятельность ради деятельности. Это приводит к тому, что растрачиваются самые ценные ресурсы – энергия и время. И при этом цель остается такой же далекой, как и в самом начале. Почему так происходит? Представьте себе такую ситуацию. Вы заблудились в лесу. Чтобы выбраться из чащи, вам нужно приложить усилия. То есть необходимо выполнить определенные действия. Вам нужно переместиться из того места, где вы сейчас находитесь, туда, где вы хотите оказаться. Итак, вы начинаете свой путь. Идете час, другой, третий, вы начинаете уставать. Через некоторое время вы чувствуете голод, темнеет, но сдаваться нельзя. Потому вы настойчиво продолжаете движение. Пробираться через лесную чаще сложно. Ветки, коряги, кочки. В итоге вы полностью выбились из сил, но совершенно не приблизились к цели. А возможно, вы забрели еще дальше. Ситуация только усложнилась благодаря вашим действиям. Куда вы шли? Почему вы выбрали именно это направление? Думаю, вы уже догадались, к чему я веду. Прежде чем начинать что-то делать, нужно определиться с направлением. Другими словами, вам нужно ясно осознавать свою цель, а также выбрать именно то направление, которое вас приведет к ней. Бесполезно, а порой даже вредно увеличивать интенсивность своих действий, потому что важна их эффективность. В итоге своих действий вы должны получить результат, который вы хотите. Начните с того, что наметьте ясную цель. Четко определите результат, к которому вы стремитесь. Выберите правильное направление, только после этого начинайте действовать.